Будем надеяться на хороший дрифт на этом этапе. После постановочки, к сожалению, вылетел за пределы трассы, развернулся. На песке. Да, бывает, бывает. Ерлан Алшинбеков, город Алматы, дебютант соревнований. О, немного огня из выхлопа, прикольно. Олега, дорогие друзья, может Альтеза. Но спешу напомнить, что это далеко не заводская Альтеза, и, конечно, в ней хорошо поработали мастера. 85 баллов, отлично. Дебютант соревнований. У него даже нет прав еще. Ему 17 лет. У него еще нет прав. Но он принимает участие в наших соревнованиях, потому что можно. Ой, все. Но это BMW, все нормально. Его марш многострадальный, напоминающий форму банана. Круто! Но, к сожалению, вылетает за пределы трассы, но продолжает бороться. На прошлых соревнованиях, на завершающем этапе прошлого года, восстановил его, но вчера на тренировке вылез на одну секцию забора. Он постоянно любит что-то нам ломать на площадочках, ломать свой автомобиль. Но молодец, 47 баллов он заработал. Шутов. Мощно, Субаро на джиндеке. Как он это сделал? Попыточка, но, к сожалению, передним левым колесом уже за пределы трассы. Выпрямил колеса. Вновь выехал передней трассы за пределы трассы. И финишку. Что-то не идет у него сегодня. Алшинбеков. Это Алтеза на Монотурде. Сурника Саганков. Давайте аплодисменты. Нигерланд, молодец, прокуп проехал. Дебютант соревнований, а так круто себя показал. 89 баллов! Александр Любик, Кемпель. После хорошей постановки остается. Рисунки трассы вытянул. Прекрасно. Но, к сожалению, немножечко выпрямил передние колеса. Дважды он их выпрямил. И перекладочка. Выходит на финишную. Молодец, молодец, похлопаем, друзья. Это, наверное, его пока лучший заезд.